Здарова нахер всем, с вами обзорчик на Амбалатуна Руси Дрон-Дрончик Мазвакович. И в этом видео я хотел бы окончательно прояснить для людей, которые не уважают отсосу мыши, не признают этот вид досуга, так сказать, а такие до сих пор находятся у нас, казалось бы, живем нахер, Российская Федерация, сверхдержава, до сих пор люди некоторые не любят у мыши сосать. Я херей, признаем в реальности, такие вещи существуют, не очень приятные, поэтому нужно это исправлять, ребят, и сегодня я постараюсь это сделать, вот. Я постараюсь убедить вас, то, что отсос у мыши, это вообще крутая штука, ребят. Вот. Казалось бы, человек заходит в группу прилагательной колбаска, не знаком вообще с культурой отсосинга у мышей, вот заходит в группу, видит отсос у мыши, то есть какое-то вообще непонятное нахер животное, нахер, у него писька торчит какая-то, предлагает ее сосать. Но, ребята, отсос у мыши — это не просто письку мышину в рот загонять себе. Понимаете, это более чем просто отсос. Я постараюсь это объяснить с помощью такой штуки. Называю это теория сложности, ребята. Это когда арифметическая сумма элементов не сводима к результату. То есть отсос у мыши, то, что мы называем отсосом в нашей культуре отсасывания, это не просто мышиная писька там заходит в рот. Это нет. Это все, понимаете, это все детали, ребят. А то, что получается в конце, это совсем вообще другое. То, что результат получается, это вообще просто, это нельзя описать словами. Просто, понимаете, когда вот ты смотришь, мышь у тебя в руках лежит, ты смотришь, у нее писька есть, что за мерзость. Я сейчас говорю от лица человека, который ни разу не сосал мышь, конечно же, вот. Смотришь на нее, а вот только стоит коснуться губками мышиной письки, ребята, и все. И начинается самое интересное, просто как, знаете, шок парализует, просто импульс какой-то по телу проходит, и человек начинает, как правило, просто дико наяривать у этой мыши, просто пипец, его нереально остановить, потому что реально все тело просто как будто что-то в голове перещелкивает, ребята, да. Я не знаю, наука еще мне как-то не способна объяснить такую вещь, как отсос у мыши, но это явно что-то потенциально новое, ребята, возможно, это даже какой-то своего рода наркотик, ребята, потому что это так действует на организм, то есть ты начинаешь сосать, и все уже, пока эта мышь вообще не скукожится нахер, да пипец просто, да морщинистого состояния ты больше не можешь прекратить эту мышь сосать. Все, ребят, это капец, ребят. То есть человек, который не пробовал сосать мышь, он видит это просто, он видит писька мышиная, какие-то неприятные штуки, а вот если ты попробуешь, у тебя будет совсем другое впечатление от этого процесса, ты просто не понимаешь кайфа, не пробовал, это как бы не нужно судить об этом по обложке, ребят. Мир не такой простой, как вам кажется, ребят. Отсос у мыши — это очень клевая штука, я рекомендую каждому попробовать, и специально по промокоду отсосмаус.ру пипискась.ру вы получите 1,5 рубля скидку на отсос у мыши. Специально для первых покупателей, кто первый раз пробует, получит целых 3 рубля нахрен скидку на отсос у мыши. Вот. Сосите у мыши на здоровье, парни. С вами был обзорчик на Амбалатун Руси Дрон-Дрончик. Подписывайтесь нахер на этот канал, на основной канал. И, конечно же, сосите у мыши, ребят.